Августовский канал рыхтуется до уключения у спіс сусветной спадщины ЮНЕСКО. Гэтую працу совместно ведут белорусские и польские специалисты. Указ президента об реконструкции уникального объекта 19-го стагодия и подрыхтовцы его до уключения у спіс природных каштовностей, которые складают здобыток усяго человечества, подписаны еще у 2004 годе. Але в особість у жыццё задуманное покуль не пошчастливилось. Кіраўнікі рабочих групп с белорусского и польского боку рыхтуют новое досье Августовского канала. Будет накерованное пропанова письмо нашим послам у Франции и конкретно представникам Беларуси, Польши при ЮНЕСКО, как далее эту тему пропрацевали. С нашего боку, в приватности, Павел Павлович Латушко, наш посол и колисти министр культуры, он добро ведает эту тему, и он уже это питание обмерковывал, и мы имеем от него такую информацию с директором ЮНЕСКО, с подаром РАО. У специалистов есть 6 месяцев, как подрыхтовать подробязнейший официальный документ и отправить его у Париж, у Центр сусветной спадщины ЮНЕСКО. На их думку, подобного захованного до нашего часу удалого сполучения рукотворной працы человека и аутентичного природного осяроддя нема больше нигде у свете. На посяджении было вырашено у ближайший час присягнуть до работы и группу экспертов, якая скрупулезно ведая все, что тычется природного осяроддя Августовского канала, досконально разбирается у яе неповторной отметности. Конкуренция, могу сказать, великая, треба сказать, великая, потому что Августовский канал, он не один, не только в свете, а в Европе. Мы ведаем голландские каналы, той же самый великий китайский канал, у Америки, у Полночной Америки так само подобные сбудования есть. Надеюсь, не трапляется. Надеюсь, мы абсолютно не тратим, потому что все-таки этот канал лежит у тех природных умовах, у тем культурным осяроддзі, у якім ён ёсць. Ці папоўніць Августовскі канал спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, адказаць цяжка. На думку Ігара Чарняўскага, гэта ў многім залежыць ад таго, наколькі зацікаўлена і актыўна разам з Міністэрствам культуры далучацца да падрыхтоўкі дакументаў аб'екта унікума яго землякі, органы кіравання і спецыялісты на месцах. Дарэчы, заяўкі ад першых прэтэндэнтаў ўжо ёсць. Алла Внучко, Сергей Печарыца, навіны Гродна Плюс.